Чистый воздух, как едкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Аксинья Нус из Волгограда и Юлия Доскач из Абакана познакомились друг с другом в Всероссийском детском центре «Смена». Их объединила музыка и любовь к пению. Уже спустя несколько дней они поразили своих сверстников умением владеть голосом и читать рэп. Талантливых мальчишек и девчонок в «Смене» много. И сегодня на мастер-классе по бардовской эстрадной песне не только вокалисты, но и все дружно распевают лагерные песни под гитару. Это, наверное, песня, которая идет из самой души. То есть она исполняется в определенной атмосфере, там, когда все собираются вместе, все друзья, теплой компании. Вот, наверное, это основное отличие бардовской песни от других. Много талантливых детишек приехало. И очень много поющих, и вот с ними мы хотим выставить работу. Я занимаюсь вокалом с 3 лет практически. Очень люблю петь на сцене. Мне кажется, это вообще не страшно. Я очень рада, что у нас здесь есть кружок вокальный, потому что это большая возможность себя показать. Я надеюсь, что мы сплочимся, мы будем ставить номера, и это все будет очень здорово. А в это время на других площадках «Смены» стартовали мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию. Самые юные путешественники «Смены» «Очевидная невероятность» смогли познакомиться с работой 3D-принтера и сделать дельфинчика на память. У меня дома есть 3D-принтер. Я делаю там разные вещи, там коробочки, там, подарки друзьям. Приехал в лагерь, вот здесь тоже есть. Хочу показать ребятам, как с ним работать, как обслуживать. Впереди сменовцев ждут новые открытия и интересные находки. Мальчишки и девчонки смогут посетить ИЗО-студию, попасть на мастер-класс по квиллингу и оригами и даже попробовать себя в роли журналистов.